Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Пьяный Панкратов Черный разбушевался в самолете. Артиста пришлось снять с рейса. Знаменитый актер театра и кино устроил пьяный дебош в самолете, который должен был следовать из Барнаула в Москву. Александр Васильевич летел бизнес-классом, воспользовался баром на борту и начал мешать другим пассажирам своим неприемлемым поведением. Вылет пришлось отложить, а Панкратова Черного снять с рейса. Но уходить просто так актер не собирался, а решил устроить представление, которое пассажиры засняли на мобильные телефоны. Представители Аэрофлота факт инцидента с народным артистом России подтвердили. Они сообщили, что вылет лайнера пришлось задержать из-за разбирательства. Супруга народного артиста в шоке от произошедшего. Она утверждает, что Панкратов Черный выпил совсем немного, вел себя адекватно, а недоброжелатели его оклеветали. Это был конфликт с бортпроводником, но все исчерпано, ничего страшного, все нормально. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии, делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!